Cenjeno občinstvo, ljubitelji ruskega jezika in kulture, prisrčno pozdravljeni na že tradicionalnem četrtem večeru ruske kulture, ki smo ga pod častnim pokroviteljstvom veleposlaništva Ruske federacije v Ljubljani in ob finančni podpori Društva Slovenija Rusija ter sklada Toneta Pavčka pripravili na predvečer Svetovnega dneva poezije in kot pozdrav prihajajoči pomladi. Moje ime je Timotej Jošenak in sem nekdanji dijak gimnazije Celje Center, а это моя подруга. Добрый вечер. Меня зовут Валерия Коваль, и я ученица второго курса первой гимназии города Цель. Уважаемые присутствующие, любители русского языка и культуры, мы сердечно приветствуем вас на нашем уже четвертом традиционном вечере русской культуры, который был подготовлен под почетным покровительством посольства Русской Федерации в Любляне с финансовой помощью организации «Словения Россия» и фонда «Тонета Паучка» в преддверии Всемирного дня поэзии и, конечно же, как приветствие приходящей весне. Prav posebej smo počaščeni, da lahko nocoj med nami pozdravimo pooblaščenca župana mestne občine Celje, gospoda Staneta Rozmana s soprogo, gospod doktorico Lariso Vladimirovno Šatohjeno, prvo sekretarko na veleposlaništvu Ruske federacije v Republiki Sloveniji, gospod Ljubov Krasovskoju, vodjo Ruske knjižnice v Centru ruske znanosti in kulture, ki se ji ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo za darila nastopajočim dijakom za prekrasne ruske knjige. Z veseljem pozdravljamo nocoj med nami tudi gospoda Igorja Romanova, direktorja Ruskega centra v Mariboru, gospe Danico Rangus in Jernejo Judeš iz Društva Slovenija Rusija, predstavnike Ministrstva za izobraževanje in šport ter Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, predstavnike mestne občine Celje, dekane in predstavnike celjskih fakultet ter ravnatelje srednjih in osnovnih šol iz Celja in regije. Nocoj bo že četrtič zapored zazvenela ruska glasba. Slišati bo rusko pesem, verze ruskih avtorjev, prisluhnili pa bomo tudi pravljici.
najlepša hvala za prelepo pesem. Preden pa nadaljujemo, pa vljudno vabim k besedi gospo doktorico Lariso Vladimirovno Šatohino in jo prosim za nekaj besed. Izvolite. Спасибо большое за прекрасную песню, а теперь мы хотим пригласить на нашу сцену уважаемую госпожу Ларису Владимировну Шатохину сказать несколько слов о нашем сегодняшнем мероприятии. Прошу вас. От имени посольства Российской Федерации в Республике Словения поприветствовать всех собравшихся и выразить признательность мэрии города Целье, организаторам этого замечательного вечера и всем-всем участникам. Для Российской Федерации этот год особенный. Это год литературы. Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина год 2015 объявлен годом литературы в России. Мне очень приятно первый раз находиться в этом гостеприимном месте, и я хотела бы пожелать всем также приятного вечера. Sedaj pa predlagam, da damo besedo še vsem ostalim nastopajočim. Izvolite.
сумерки парка, по краю искусственных вод, красавица дева дикарка высокое небо плывет. Головка ее шелковиста, и мантия снега белей, и дивные два аметиста мерцают в глазницах у нее. И светлое лёнце сяне над белым изгибом спины, и вся она, как изваяние, приподнятой к небу волни. Над землей летели лебеди солнечным днем. Было им светло и радостно в небе твоем, и земля казалась ласковой в этот миг. Вдруг по птицам кто-то выстрелил, и вырвался крик. Что с тобой, моя любимая? Озварись скорей, без любви твоей небо все грустней. Где же ты, моя любимая? Возвратись скорей, красотой своей нежной сердце мне согрей. В небесах искал подругу, знались гнезда, но молчанием ответила птица беда. Улетев в края далекие, лебедь не смог. Потеряв подругу верную, он стал одинок. Ты прости меня, любимая, за чужое зло, что мое крыло счастье не спасло. Ты прости меня, любимая, что весенним днем в небе голубом, как прежде, нам не быть твоем. И было непоправимою эта беда, что с любимою не встретится он никогда. Лебедь вновь поднялся к облаку, песню прервал, и сложив бесстрашно крыла, на землю упал. Я хочу, чтоб жили лебеди и от белых стай, и от белых стай мир добрее стал. Как круглые, и песню мой знает звук.
сидели. Нет сердец ранимее и горячее, ни на те любви похожие у людей. Пара лебедей все время вместе не изменят, не уйдут, не предадут. В белом оба будто бы жених с невестой, счастье лебединое хранят и берегут. Ну а если вдруг один погибнет, то другому тоже не прожить. Высоту поднимется, застынет, попрощается он солнцем, рухнет вниз. Я землю лебедь разобьется, а душа и сердце в небеса скорей. Там на небесах я слышу, льется, плачем тихим, песня лебедей. Все небо затянуло облаками, ветер разгулялся, как хмельной, а волны заходили вдруг кругами мерководной заводи речной. Стая лебедей жила там счастливо, лето проходило день за днем, но пришла пора, пора ненастая, стал холодным милый водоем. Теплый край собрала стая белая, пусть дорога будет им легка. С домом расстается пара смелая, грустью им наполнены сердца. Будь я птицей, с ними улетела бы в те края, где вечное тепло. О поступке я не пожалела бы, только людям это не дано. Белого коснусь я оперения, с птицей попрошаюсь до весны. Только в ней согласия и терпения нам примером быть они должны.
стаи вдвоем остались в небесах. С дороги сбили и устали, и в сердце к ней прокрался страх. Внизу была земля чужая, пустыня без глотка воды, и песня в горле задрожала, как плач предчувствий беды. Чуть-чуть поднялся он над нею, и вновь позвал ее вперед. Он был мудрее и сильнее, он знал, лишь небо их спасет. И забывая про усталость, рванулись белые крыла. Она уже с собой рассталась, но с ним расстаться не могла. В тихий час, когда лючи не яркий, и душа устала от людей, в золотом и величавом парке я кормлю спокойных лебедей. Догорел вечерний праздник неба. Ах, небо, устают пилаты. Я стою, роняя крошки хлеба, золотую розовую гладь. Уплывают беленькие крошки, погружась меж листьев золотых. Тихий луч мои целует ножки и дрожит на прядях золотых. Затменен задумчивой колонной, я стою и наблюдаю я, как мой дар с плеча благосклонной принимает белые друзья. В темный час, когда мы все лелеем, и душа томится без людей, во дворец по меркнущим аллеям я иду от белых лебедей. Thank you.
людей. На планете нашей каждый знает, что любви нет крепче и вернее, чем у птицы в лебединой стае. Нет предательства и нет измены. Только он, она и все до места. Им не надо жизни перемен, а любви поется нежная песня. Лебединая песня много лет, 100 столетий, может быть и 200. С длинной песней льется чистый свет и несет с собой благие вести. Кто услышит песни лебедей, тому счастье и тому удача. Так легенда я вошла у людей. Птица лебедь, тайна его задача. Друг без друга птицы не живут, нет ее. И он уйдет из жизни, потому так жалобно поют одинокой песней на тризни. Не стреляйте, люди, в лебедей, пусть поют, пусть несут удачу. По душе стреляйте моей, не хотел, но все-таки заплачу. Друзья, учитесь верности у лебедей. Любите так, как любят эти птицы. Ведь если взять вселенную ни с чем, любовь такая не сравнится. Они не люди, но какая стать, какая нежность, преданность друг другу. Их чувства невозможно передать. Оно подобно истинному чуду. Ну как не чудо, ведь всегда вдвоем, крылом к крылу, в красивом оперении, они скользят по чистому пруду. Божественный, остановись в мгновение. Вот так плывут по жизни, по воде, два нежных преданных творения. Учитесь верности у лебедей, храните жизни чудные мгновения. Thank you.
vsi poznamo znamenitega danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena in njegovega Grdega Račka, ki pripoveduje o tem, koliko truda je potrebnega, da se neroden, črnosiv, grd in neprijeten ptič prelevi v belega laboda. Veličastna lepota laboda je seveda tudi prispodoba za notranjo lepoto, tisto najvišjo vrednoto, ki v tej pravljici, ob kateri odraščajo tudi ruske otroci, zaživi pred nami vsemi liniji resničnosti. Prisluhnimo torej Račkovi usodi. Thank you.
Зима была холодная, прихолодная. Утенок должен был постоянно работать своими лапками, чтобы не дать воде замерзнуть вокруг себя. Каждой ночью полыня становилась все меньше и меньше. Утенок без устали работал лапками. Под конец он совсем выбился из сил, растянулся и примерз ко льду. Рано утром мимо проходил крестьянин. Он увидел примёрзшего ко льду утёнка, разбил лёд своим деревянным башмаком и отнёс полумёртвую птицу домой к жене. Утёнка отогрели. Дети задумали поиграть с утёнком, но утёнку показалось, что они хотят обидеть его. Он шарахнулся и попал в подойник с молоком. Молоко потекло по полу. Хозяйка вскрикнула и всплеснула руками. Утенок еще больше испугался, попал в масло, потом еще в муку. Можно представить, на что он стал похож. Хозяйка бронила утенка и гоняла за ним с угольными чепцами. Дети бегали, сшибая друг друга с ног, хохотали и бежали. Хорошо, что дверь была открыта. Утенок и бежал. Растопырив крылья, кинулся в кусты,
прямо на свежевыпавший снег и долго-долго лежал там, почти без чувств. Было бы слишком печально рассказывать про все беды и несчастья гадкого утенка в эту суровую зиму. Жаворонки в полях. Вернулась весна. Утенок выбрался из камышей, где он прятался всю зиму. Растянул свои крылья и полетел. Его крылья были куда крепче прежнего. Они зашумели и подняли его над землей. Успел он оглянуться, когда летел до большого сада. Яблони стояли все в цвету, а душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом. Ах, как тут было хорошо! Как пахло весною! Выплели два чудных белых лебеда. Они плели так легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал этих прекрасных птиц. Его охватила какая-то непонятная грусть. Полечу к ним, к этим величавым птицам. Они, наверное, заклюют меня насмерть за то, что я такой гадкий, осмелится приблизиться к ним. Но все равно лучше погибнуть от их удара, чем сносить четки уток и кур, пеньки птичницы, да терпеть холод и голод зимою. И утенок опустился на воду и поплыл навстречу прекрасным лебедям. А лебеди, завидев его, замахали крыльями и поплыли прямо к нему. И вдруг, в чистой, как зеркало в воде, он увидел свое собственное отражение. Он был уже не гадким темно-серым утенком, а красивым белым лебедем. Теперь утенок был даже рад, что перенес только горе и беды. Он многое вытерпел и поэтому мог лучше оценить свое счастье. А большие лебеди плавали вокруг и гладили его своими клювами. В это время в сад прибежали дети. Они стали бросать лебедям кусочки хлеба и зерно, а самый младший из них закричал. Новый прилетел! Новый прилетел! Новый! Новый! Новый лебедь лучше всех! Он такой красивый и молодой! Thank you.
старые лебеди склонили перед ним головы. А он совсем смутился, спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он вспоминал то время, когда все смеялись над ним и гнали его. Он был счастлив, но нисколько не возгордился. Доброе сердце не знает гордости. Помнил то время, когда все гнали его и презирали. Но все это было позади. Теперь люди говорят, что он самый прекрасный среди прекрасных лебедей. Сирень склоняет к нему в воду свои душистые ветки, а солнышко ласкает теплыми лучами. И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик. Нет, о таком счастье он и не мечтал, когда был еще гадким утенком. Sedaj pa mi dovolite, da predam besedo dijakinji iz Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, Saši Tahanski. Izvoli. In hvala. Spoštovani gospe in gospodje, dragi gostje, dovolite mi, da vas prijazno pozdravim v imenu Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje. Veliko veselje in čast nam je, da smo se tudi mi tega udeležili tega čudovitega večera. Prvi del nocojšnje prireditve je bil hrana za dušo. Z našim projektom pa želimo obogatiti vaše doživetje še z okusom ruske kuhinje, torej s tistim delčkom ruske kulture, s katerim se ne srečate na vsakem koraku. Zato vas vabimo v našo rusko kuhinjo z ljubeznijo, kjer vam bomo postregli z nekaterimi tradicionalnimi ruskimi jedmi. Vanjo vas bodo z dvema pesmima pospremili pevci fantovske vokalne zasedbe Favoza in Oktet 9 iz gimnazije Celje Center pod vodstvom profesora Gregora Deleja. Уважаемые дамы и господа, дорогие гости! Позвольте мне поприветствовать вас от имени Средней школы гастрономства и туризма Целя. С огромной гордостью и удовольствием мы принимаем участие в сегодняшнем мероприятии. Первая часть этого необычного вечера была для вашей души, а мы своим проектом хотели бы обогатить этот чудесный вечер и пригласить вас ознакомиться с русской кухней, кусочком русской культуры, с которым вы не встречаетесь каждый день. Поэтому добро пожаловать в нашу русскую кухню с любовью, где вам предложат попробовать некоторые русские национальные блюда. После двух песен, которые нам споют ребята из вокальных групп «Фавоза» и «Октет 9», гимназия «Целя Центр», под руководством профессора Грегория Делея, приглашаю всех в столу. Спасибо.